Во время новогодних праздников елки и утренники во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина посетят 8 тысяч орловчан. Накануне там прошло одно из таких мероприятий. Подарки от благотворительного фонда «Созидание» получили 200 детей из многодетных и малообеспеченных семей. Вручала их волонтер фонда Валерия Клычкова. Напомним, фонд работает в области благотворительной и социальной поддержки социально незащищенных категорий россиян. Вы знаете, желания были совершенно простые. Это спортивная форма, какой-то инвентарь. Очень у нас много художников, спортсменов. Ну и просто детей, которые мечтают даже о куклах. Детская театральная студия «Маскарад» подготовила спектакль «Сказка старого фонаря» и интермедию «Сказочный патруль» и «Ледяное королевство», которую мальчишки и девчонки посмотрели с удовольствием.